в городе Шахты, на улице Мирошников, 54А. Живет Павел Николаевич Суворов и Зинаида Владимировна. Вот здесь мы и остановились. Зимы здесь теплые, а летом жарко. Рядом растут ананасы. Вот они. Такие вот деревья. И растут целые деревья черешни. Это там во дворе. А вон там наш Игнатий Тихонович рвет вишню. Чего снимаешь? Витя, вот абрикосы вот можно сорвать. Абрикосы? А я назвал их ананасы. Сейчас комментирую. Нет, это абрикосы. Абрикосы, да. Ну вот тут надо лестницу. А можно залезть и трухануть. А не, он глянь, сколько попадало уже. Да а что ж Витя говорит, что собирал? Мы сейчас с Николаем собирали их немножко. О, глянь, сколько. И на... брат Николая помогает Павлу Николаевичу Суворову цеплять бревна. И вот таким способом растаскивать их. Вот наш брат. Шофер, опытный ас в своем деле. А там Павел Николаевич дальше. А на эскалаторе сын Павла Николаевича Миша. Иди с тапочками поиграйся. Где наши тапочки? Вот. А бывай тапочки на ножки. А бывай тапочки? Вот мы познакомимся с Юлей. Где Юлины тапочки? Ну, она мне очень понравилась. Одна сидела. Ну-ка давай. Пойдешь к маме. Как а она где ходит? Тапочки? Где тапочки? Так, сколько ей возраста? Год и месяц. Год и месяц. Нет, год и месяц. Годик один уже есть. Ага. Так. Вот так вот. Кто у нее мама? Маму как звать? Таня. А папу? Папа Сережа. Вот он, папа вот Сережа. Вот он, папа наш. Ну-ка, выйди сюда во свет. Ну-ка, пошли к твоему Дане, она пойдет за вами. Значит, пойдем гулять? Сюда. Пойдем? Мы на память оставим ее. Иди к маме. Растет быстро. Ну да. Юлич. Пошли сюда. Пойдем. Пойдем. Ну, иди к маме, скорее. Давно научилась ходить? Доченька, нас снимают. Пойдем скорее. Ничего, ничего, пойдем скорее. Певица наша. А что не надо? Хотела, чтобы я за ручку поменяла. Ну возьмите за ручку, возьмите. Давай ручку. Давай. Давай. Давай, давай маме ручку. Давай. Давай, давай пошли. Вот он. Нет, тут может быть колка. Все, тапочки надо. Вот такая вот певица у нас. Ну ладно, ладно, ладно. Вот такая вот у нас певица. Ей тапочки надеть надо, да? Да, лучше тапочки, а то давайте, надо колка. Давайте, мы наденем тапочки. Давайте, мы наденем ей тапочки. Сейчас наденем ей. Она то у нас ходит босиком. Вот, ну вон там. Давай тапочки обуем. А мы знаем, какой тапочек на какую ножку. Давай ножку. Пойдем, пойдем. Значит, давай ножку ставить. Вот так вот, давай. Ножку сама дает. Какие тапочки-то у нее маленькие, а? Да. Неужели они как раз ей?
Это от сестрички двоюродной. Смотрю, проходит сейчас второй, даже никем не нуждается. Какой-то дворик там переворачивает. А когда увлеченная, то не замечает. А когда люди рядом ходят так, часто, особенно мама. Она сразу раз. Она мало манипулирует. Ну, пойдем здесь, вот она походит пойдем. Здесь. Где Юля? Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот мы с ней познакомились. Это Ростовская область, город Шахты. Дядя Павел, Павел-то дед ей будет? Да, дедушка. Дедушка. А этот Николай, значит, прадедушка. Да, 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 это прадедушка. Ага. Да что, пойдем, ну, походим. Давай, где наша каталочка? Держись за пальчик мне. Ну-ка давай, держись. А где деда? Ну-ка давай, возьмись. Где деда? Ну-ка давай, возьмись. Держись даже за пальчик. Деда. Вот так. Побежала. Ой, она сама пошла. Да то-то-то-то-то. А где деда? Ой, скажи, а ну-ка деда. Пальчик возьми меня. Вот так. Ой, да, как она быстро идет. Вот так вот мы побежали. Да? Юль, а где наша каталочка? Да. Каталочка где? Да. Где? Где каталочка? О, пойдем каталочку найдем. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Она на четвереньках поползла. Побежала, вот так вот. Вот так вот. Давай, 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 догоняй, догоняй. Вот так вот, прибежали. Побежали дальше. А когда купаться будет-то? Да вчера вот купалась. Куда? Сама меня ведет куда-то. Куда пойдем? На ступеньки нельзя там. И пока соски нету. Вот молодец. Видишь, как привязали, она из люльки не упадывает. Она на растяжку взята. О, и сама руку засунула сзади. Ну-ка. Сосочку дай-ка я возьму. Дай, дедушке. Вот так. Вот молодец. А дай дедушке сосу, дочь. Дай дедушке сосу. Да соска-то у ней какая хорошая. Деда. Но... Дай дедушке сос. Она молчит тут. Смотрю, с часами. Никого нет рядом. Сидит хоть в этой вообще. Благословение Господне. Совершенно разумно смотрю. Чего она о нас думает-то? Вот вопрос. Да какие мысли-то еще у нее рождаются? Чего она в это время думает-то? Чего она думает? Какие мысли-то ей приходят в голову? Ну, мы с ней познакомились, это Юля Сергеевна. Вот какая книжка у нее, смотри. Кошкин дом. Ну-ка, посмотри. Кошкин дом. Ой, какая книжка хорошая. Бум-бум-бум, бежит курочка с ведром заливать Кошкин дом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тили-бом-тили-бом загорелся кошкин дом. Идет дым столбом. Кошка выскочила, глаза выпущила. Ой, спасите, потушите. Вот здоровая песня-то. Так, ну-ка. Пожалуйста. Православная христианка Юлия. Пожалуйста. А сколько смотрю вот в этой... Привязан или вот в этой сидит она часами и сама играет, рядом взрослые ходят, не просится, не плачет ничего, слава тебе Господи. Пойдем. Да благослови тебя Господь. Вот, вот, вот край нормальный, Айди, Игнатик, тихо найди. Я думала, вот тут. Надо их, наверное, наружу. Наш край. Да, выделить. Выделить еще. Там наоборот задвинуть. А как же на коляске будешь проезжать? Я лучше прыгнул, чтобы они могли открываться. А вы тоже думают? Они тоже думают. Ну что ты? Они тоже думают об этом. Не надо на вас подать. Ну чуть-чуть можно, вот так. Они все выставят. Давай, чуть-чуть надо. Оп! Вот так, да. Ну, да когда ему камень подложить? Ну, а то он уже поспали, да? Ну, вот.